5 советов для тех, кто тренируется дома. Тренироваться даже в домашних условиях обязательно нужно. В специальной одежде, пропускающей воздух и впитывающей влагу, и удобной обуви. Заниматься лучше 3-4 раза в неделю, через день. Однако, если есть время и желание, сделайте тренировки ежедневными. Оптимальное время для занятий с 11 до 13 часов и с 17 до 19 часов. Но все это индивидуально, дорогие друзья. После последнего приема пищи должно пройти не менее 1,5 часа. Закончить тренировку нужно не менее чем за 2 часа до сна. Любой комплекс упражнений максимально эффективен лишь первые 3-4 недели. Со временем организм адаптируется к нагрузкам, так что их нужно увеличить, либо сменить сам комплекс. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!